Мулан пойдет, давай. Вот отсюда начнем. И чтобы свет нам не высвечивать. Ага. Сейчас, подожди, где лучше? Ну, наверное, если бы мы оставили свет, то, наверное, лучше, чтобы вот свет вот на нас светил. Как-то. Мы уже снимаем. Замечательно. А давай чуть пониже. Ребята, всем привет! Мы начинаем новый выпуск. Это шоу 1 плюс 1. Ты помнишь, чем такой же? Я очень надеялся. Я думаю, что он 666. Отлично. Я думаю, 69 он. Или 666? 666. Ладно, хорошо. Знаешь, что значит 666? Нет. Прояснишь? Домашнее задание твое. Понял. Это столько было домашних пунктов в моем домашнем задании. Нет, тебе надо будет узнать, что означает число 666. Хорошо, я как добрый ученик обязательно выясню. Леша, почему мы до сих пор с тобой еще не выдумали нам привет, прикольное приветствие? А какое? У нас есть определенный слон. Приветики-пистолетики, это мы с... Да, приветики-пистолетики. Прощение, запикаешься. В смысле? Ну, мы украли это она. Нет! Приветики-пистолетики, это было у Филиппа Марвина, украинского руфера, еще лет так 7 назад. Больше не будет. Да. Филу огромный привет. Фил, привет! Так, ну что, мы начинаем? Ее, кстати, зовут Алексей или Лиза. Ты не хочешь менять имя на Алексей? А я на Лизу. Алексина. Алексина, да. Алекса. О, Алекса. Алекса, да, Алекса такая певица. Ох, Лиза. У нас настолько готическое шоу. Да, у нас максимально готическое. Я надеюсь, нас это не забанят. У нас готическое шоу. Сегодня будет наша регулярная рубрика «Проверка домашнего задания». На его... Ребята, у нас действительно... На то, насколько он бумер. Кстати, что такое бумер, тебе надо будет узнать. Хорошо, я это запишу. Ребята, действительно, на улице вечер. Вот наши студийные часы. Там, не знаю, сколько уже, 10-й школа час. Школа вокала планеты. Да, мы, кстати, сделали рекламу. Обязательно школа вокала планеты. Вау, ставьте пальцы вверх. Записывайтесь в школу вокала планеты на вокал. Ссылочка будет в комментах. А мы начинаем, значит, смотрим. Вау, начали. Давайте мы присядем. Мы сядем. У нас есть вот такая маленькая подставочка. Леш, как думаешь, мы сядем с тобой? Сядем? Ну, я думаю, если мы будем использовать такие слова звезд, то они нас забанят. А что такого? Я произношу, нельзя говорить про ю**. Блин. Что ты боишься? Ладно, все окей. Нельзя бояться, это хайп. Хорошо, ладно. Знаешь, что такое хайп? Ну, догадываюсь. Вот новое слово. Я сегодня загуглю. Хорошо, ладно. Ты потом не скажешь. Так, значит, у меня... Да. Есть, значит, поскольку что-то я привыкла... Вот это поворот! Подожди, да, руки. Нет, сори. Значит, я думаю, что сегодня нам стоит обратиться к астрологии. Господи, боже мой. Возможно, звезды нам подскажут. Ну, у нас осталось, по-моему, вот мы дописали бридж, нам немножко надо мелодии к бриджу. Вот. Я сегодня скажу, что такое бридж. Это было домашнее задание. Да, Леша такой молодец, выучил все. Господи, что это такое? Это огородник журнал какой-то. Оракул. Господи, какого он года? Он, наверное, этого. Этого? Какой у нас год? Я его сегодня купила, журнал Оракул. Господи, это... где ты его купила? В ларьке. Распечать, союзпечать? Да. Магнит? Ой, блин, реклама. Слоник! Какой у тебя знак зодиака, Леша? У меня получается на стыке, у меня весы и скорпион. Ну ты либо один, либо другой. Нет, мне сказали, у меня два знака зодиака. Весы и скорпион. Отлично. Какой тебе хочешь выбрать? Весы или скорпион? Ну, мне и так комфортно. То есть ты такой, да, на двух стульях? Да, я на двух стульях, да, отлично сказано. Ну давай. Давай-ка мы прочитаем что-нибудь. Во-первых, какой знак зодиака? Наверное, нам надо... узнать что-то от звезд про Дани Милохина. Какой знак зодиака у Дани Милохина? Слушай, я даже у преподобного Дани Милохина. А давай загуглим, когда у него днюха, кстати. Давай. Держи пока. Я полистаю этот мега распашный журнал. Да, я буду его сегодня читать, листать. Угу. Вот. И, кстати, у меня закончилась дома туалетная бумага. Я надеюсь, Лиза мне подарит. Потому что... Да, потому что бумага стоит уже 119 рублей. Вот, а Лиза... Леша зарабатывает 100 рублей. Да, и у нас нету спонсора на это шоу, поэтому мы с Лизой на своих кровных все это проплачиваем эту студию, занятия. Даня Милохин родился 6 декабря. Ого, он козерог. Он козерог. Ого-го. Вот, сейчас мы найдем что-то. Да. Надо составить натальную карту.
Мы уже звоним Глобе. Ты знаешь, кто Глоба? Да, это такой астролог. Вот так такие дела. Как тебе мой кокошник, Леша? Слушай, кокошник шикарный. Он, я вижу, покрыт какими-то золотыми бриллиантовыми украшениями. Какой человек? Ручная работа. Ты сама делала? Нет, не я. Блин, классно, очень классно. Я думал, он миллион евро стоит. Да. Давай мы его продадим и проплатим наше новое шоу. А давай мы тебя продадим. Да, кому? Кто меня купит? Кто-нибудь, какому-нибудь человеку. Да не очень. Низкосоциальная ответственность. Отлично. Добрая Лиза. Ты, кстати, видела мультик «Добрый эх»? Добрый эх. Видела мультик? Нет, вообще нет. Ладно, будет такая небольшая вставка. Это советский добрый мультик. Эх. Да. Давай, пока рассказывай. Вот, в общем, я тебе скину ссылку. И это будет мое домашнее задание для тебя. Да, точно. Да. Почему ученик не может задать домашнее задание своему учителю? Все, смотрела добрый да, эх. Добрый эх. Если честно, я не уверен, что я буду смотреть целиком. Отлично. Так, где тут гороскопы? Я здесь не знаю, это ты купил этот плейбой. Вот, так что... Это Play, не бой, это Play Grandmother. Вот, это же... Это же чувак! О, боже мой, это чувак из битвы экстрасенсов! Я не знаю, кто это. Это же Мехди Эбрагими Фафа. Что? Лиза ругается, поэтому мы ее запикаем. Что там? Ладно, опа, я нашла. Подожди, блин, я все-таки хочу найти гороскоп. Да, он очень вкусно пахнет, кстати, я просто... Да. Я даже вот отсюда чую этот так, аромат. Так, ладно, сейчас мы найдем звезду да, Козерога. Давай. Ну, я не знаю, на самом деле, когда выйдет это шоу, может быть, в 2050 году. Гороскоп на Козерога. Да, давай. Сейчас звезды нам подскажут, как нам дальше двигаться в нашем... творческом пути. Да. Можешь мне как-то записывать это? Я могу вам на руке записывать. Да, да, я сейчас возьму лист бумаги, только где вот... Дай, пожалуйста, он тут. Вон тот планшетик. Вот этот планшетик, вот у нас тут чистый лист бумаги, ручечка есть с кнопочкой, купленная в Ашане за 42 рубля, между прочим. Какой ты банкомат. Я все знаю. Ну что, давай, госпожа учитель, диктуй, что писать? Сейчас, подожди. Здесь набор символов, которые я должна расшифровать. Китайские иероглифы, господи. Для того, чтобы звезды подсказали мне мелодию для бриджа. Записывай. Да-да-да-да, я пишу. Стой. Блин, а-та-та я написал. А-та-та получишь. От госпожи учитель получить а-та-та, это просто будет жестоко. Что она делает, я не знаю. Она мне пишет какие-то иероглифы. О, господи, это ключ какой-то. Ключ от... Твоего сердечка уже. Блин. Ну, ты пиши. Что с ней? Слушай, я... О, боже мой! Посмотрите, что там. Посмотрите, ближе. Фокусируется? Да, фокусируется. Это фантастика. Мега... Какой талантливый мальчик. Теперь мы должны сказать спасибо звездам. Спасибо звездам, преподобному Дане Милохину, что снова указал нам дорогу. Мы сочинили мелодию для бриджа. Теперь нам стоит пойти и наиграть ее на фортепиано по твоей партитуре потрясающей. Давай, погнали. Давай возьмем эту мега роскошную камеру и пойдем. Отлично. Так, присаживайся. На бутылку, на спасибо. На бутылку да. Потом присядешь. Да, спасибо, госпожа учитель. На бутылку ты присядешь после того, как недостаточно будет восхвалять Даню Милохину. Блин, ребята, что происходит? Мне предлагают сесть вот на эту бутылку. Да. А давай я справа сяду, я уже слева сидел. Я хочу вот отсюда. Я не могу подождать. Да. Ах, о боже мой, какая нотная запись. Сразу видно, человек с музыкальным образованием. Там нас. У Стаса Михайлова есть такая песня. Твои. О, боже мой. И прикосновения. Как там дальше было? Твои прикосновения дороже нету мгновения. О, мы
Ребята, вы знаете что? Мы только что говорили о звездах. Глядите, и у Лизы браслет золотой со звездочкой. Это звезда Перуна. Вот это поворот. Вот это поворот. Она что-то пишет. Госпожа учитель что-то записывает. Хватит меня так называть. А как тебя надо называть? Лиза меня называет. Лиза. А вы знаете то, что у Лизы есть еще одно имя? Оля. Да. Оля, как тебя лучше? Оля Лукойл. Это мое. Оля имя. Лиза? Оля Лукойл. А ты знаешь, есть такие двойные имена? Алла Виктория. Да, это Алла Виктория, кстати, нету. Я знаю, что у нас в правилах написано, нельзя оскорблять святыни, ну хорошо. Да, кстати, у нас такой огромный свод правил есть, я не знаю, кто его пишет, и мы его под ним подписались. Блин. Или боится, что нас забанят, хотя нас никто не смотрит. Отлично, спасибо. Ну ничего, нас еще будут смотреть миллионы. Поехали. Да, рыбак, огромные колонки, громкие татуировки. И сейчас Леша продемонстрирует, как он выучил бридж. Давай. Секундочку, тихо. Поехали. Твои прикосновения. А куда ты так? Вот как ты будешь учить песню на две Давай. Недели? Твои прикосновения. Мгновения. Как ангела прикосновения. Нету ветра легкого. Дуновения. Да. Еще раз, как ангела. Как ангела. Благословение ветра легкого дуновения. Я мою, помолчи, пожалуйста. Твои прикосновения дороже нету мгновения. Как ангела благословения. Не тот аккорд. Еще раз. Давай. Твои. Господи, боже мой, Лиза, спасибо, у тебя нимф, спасибо, у тебя нимф появился. Спасибо тебе, преподобный Даня Милохин, спасибо тебе большое за то, что ты дал мне возможность. Господи, у меня даже нету слов. Спасибо, я готова теперь уйти в монастырь. Женский или мужской? Женский. Отлично. И молиться там Дане Милохину. На тебя звезда смотрит свыше. Так, что у нас там дальше? Я насколько истощена этим сочинением песни? Блин, Лиза, ну у меня есть такая штука, которая может тебе поднять просто Давай. Тонус. Ну-ка, запикаем. Нет. Как ты последний раз играла в настольные игры? Монополия. Ну, знаешь, это было где-то в каменном веке. Господи, ты на коленях стоишь? Я стою на коленях, потому что до сих пор надо возложить цветы. Так, все, у меня... Да, что, у меня для тебя есть маленький подарок. Мы будем играть на настольную игру. Пойдем, скорее, быстрее. Давай. Пойдем, знаешь, куда? На подоконник. Отлично. Вот такая небольшая коробочка. Что это такое? Не знаю, честно. Я думаю, что не надо смотреть правила. Мы будем просто так играть. Мы просто будем играть, а мы не какие-то лохи, чтобы следовать правилам. Да, Леш? Я с тобой полностью согласен. Мы крутые, правила надо создавать. У нас будут свои правила, у нас будет своя игра. Своя игра. Я даже не знаю, что там вообще. Вот, ребята, глядите. О, боже мой, хорошо. Это что, нарды? Не знаю, бог его знает. Леш, ты знаешь, что я армян? Вот это поворот! Где, в каком месте? Ну, я на самом деле армянка на определенной части. У меня армянские корни. У меня даже армянская фамилия настоящая. Я думаю, Лиза на самом деле иудаю. Да? Иудейка. Вот ты думал, что я еврейка? Я думал, ты пакистанка. Так, ну что, значит, у нас есть... О, это как раз для Лёши тут буковки. Буковки специально для меня. Слова. Я поняла. Ой, подними. О, отлично. Лиза все уронила. Ну, Лиза. Что, ребята, здесь какие-то буковки. Здесь какая-то доска. Мы не читаем правила. Мы вообще не знаем, что это такое. Так, смотри, сейчас мы будем составлять из буквок слова. Слова, я думаю... Такие как... Крыло. Нет. Ребята,
мы не знаем, что это за игра, мы никогда не читаем правила, мы никогда не читаем сценарий, мы делаем все наугад, чисто на полной импровизации. Крутые! Так, о, я знаю, я знаю, да. Я знаю, сейчас будет спиритический сеанс. Все, ее сейчас опять торкнет. И, да. Кажется, в мою руку опять вселился Даня Милохин. Леша! Даня Милохин пристает к тебе. Леша! Блин, мы многое о нем узнали. У меня амбассадоры получились. Вот, сейчас Даня Милохин начинает гениально писать свою песню. Ого-го. Вот, он дает нам знаки. Секундочку, давай, какие? Удерживай. Какие? Давай мы уберем эту говеную доску. Мне не давай, надо. Давай, я вообще с ноги вот так просто пини, как парта. О, меня тянет на ТВ. ДВ? Что такое ДВ? ДВ, я пока не знаю, что он хочет нам сказать. Давай. О, ДВ. Два? О, боже мой, что с Лизой происходит? Ребята, я не знаю, что с ним. Может, у нее опять припадки какие-то начались? Я думаю, может, нас уже в дурдом пора отправить. Буква Р снова идет. Я не могу понять, моя рука, она действует. Это Даня Милохин, бесподобный Даня Милохин. Ой, ребят, Лиза. Святейший. Ты прям своими роскошными волосами касаешься этих букв. И я думаю, я это думаю, тебе помогает. Что... Я думаю... Энергия волос, все дела. Все дела, да. Все. Все дела, Леша, у нас нету буквы И. Что же? И? Тебе И надо как? Да. Как, я даже не... Ты знаешь, какое Леша, слово на букву И? Найти букву И. Да где же ее найти-то? В магазине, что ли? В магазине. Тут нету буквы И. Меня это... А, Даня Милохин! Даня Милохин хочет злиться! Женя Медведева! Так, не бронил там все. Блин. Женя Медведева! Женя Медведева! Это его мысли. Да? В голове такие. У нас вот такая штука есть. А ты думаешь, о чем думает сейчас Даня Милохин? Не знаю, думаю, он думает о нас. Думает, как нас забанить. Да? Ребята, не баньте, пожалуйста. У нас и так там 2 миллиона подписчиков, миллиард просто просмотров. Мы нуждаемся в ваших голосах, в ваших комментах и... В донатах для Лизы. Ей, Лизе нужен айфон, ребята, так что не забывайте донатить. Мне ребята, не нужен айфон. Почему тебе не нужен айфон? Я же прочитала стихотворение в прошлый раз. Вот это поворот. Ребята, не забывайте покупать наши худи. Мы специально заботились о вас. Да, видите, у нас вот фирменные худи. Да. Вот это поворот. Лиза сегодня в мега роскошном костюме. Тоже черного цвета, я тоже в черном цвете. Видите, как мы делаем подборочку? Так, найди мне букву L. L? Да, не как Милохин, Леонид? Иначе тебя побьет. Блин, давай букву L. А может, такой буквы вообще нету? О, боже. Нашла? Что? О, смотри, он зашифровал послание. Сними это скорее. О, послание, послание. О-о-о, Лиза! Два крыла! Два крыла! А, я поняла, что это означает. Да, что это означает? Сейчас на меня снизошло снова озарение. Это означает, что... Что? Эта песня станет хитом всех сочинских пляжей. О, господи! Это какой год будет? Пока неизвестно. Пока неизвестно. Нет, опять супергенчились. Пока неизвестно, пока неизвестно. Даня Милохин, пожалуйста, ответь мне. С помощью этих букв. Какой год это будет? Господи, господи, что она делает? О май гад! А, выбираю рандомно любую. Т. Т, Тимофей. 3336 год. В этом году станет наша песенка. Офигеть. Ну мы берем скрипки. Ну хорошо. Два крыла, это да. Верный знак. Это да. Верный знак. Что это значит? На что тебе еще. Давай любой вопрос мне можешь задать, я тебе погадаю. Да, давай вопрос. Сколько звезд на небе? Нет, вопрос про судьбу про свою. Про судьбу, я не знаю. Я тебе гадать буду. Да, давай. Ладно, давай, я хочу задать вопрос, когда выйдет песня, которую мы сочиняем. Я же сказал, ну ладно. Да. Это когда она будет хитом, наверное. Да, когда хитом. Так, давай, давай. Буква А. Буква А на барабане. Ответ на это... Я не знаю. Вот такая у нас гадалка. Ну, ответ ведь... Да, типа А. Буквы говорят нам. Да. Это руны, ребята, это руны. Руны, ну какие же руны? Это руны. Буква А, кстати, ребята, это самая первая буква в алфавите. Все, складываем это все. Все, да, давай потом сложим. Да. Слушай, давай займемся наконец-то песней, потому что мы что-то сидим. Мы только что занимались песней, мы еще... А давай еще займемся песней. Так, значит, ты идешь к фортепиано? Я... О, слушай, я не соприкасался с этим
фортепиано. Воду убери, пожалуйста, фортепиано. Блин, рекламка, рекламка, ты согласен. Нет, воду нельзя ставить на фортепиано. Да, понял. Тогда я закрою. У меня такая молодец. Раскошная крышечка, чтобы нужно было закрывать. Ну что, господа, я готов. Ну что, Алексей Малянов, давай ты будешь играть. Я любитель играть на баяне. Да. Давай, Леша. Такие ребята, да, мы крутые. Ты нам поставить, так, чтобы нас обоих было видно. А давай я буду одной рукой играть, а второй буду... Да, давай. Давай. А я могу сесть тогда. Давай, садись. Леша, я готов, да. Ну что, давай, начнешь играть. Поехали. Смотрите. Сейчас ставим пальчики, давай. Леша. Ага, и мгновенно превращается в гениального музыканта. Моцарт. Тихо, главное, расслабь их. Давай. Стой. Вот раз, ага. Удерживай ее. Ага. Два. И через одно еще. Вот так, да? Да. Вот. Раз берешь, один. Ого. Здесь ничего не жмешь. Вот эти две. Нажми, зажми бас. Да, зажал. Ты безнадежен. Еще раз. Теперь нажимай клавишу. Все жми, прям все жми. Твой нежный взгляд окутал вновь. Дышу тобой. Какая интересная тональная импровизация. Бою, и он мерещится во снах, как аромат прибоя. Вновь и вновь мечтаю о тебе, об этом дне с тобой наедине. Будто музыки нет, и больше слов нет, и мы с тобой словно... Леша, господи, это просто юный Моцарт. Вот это Леша, сколько тебе лет? Я не знаю, я уже со счета Леша, сбился. Леша, 13 лет. Да, спасибо, госпожа учитель. Не называй меня, да. Госпожа учитель. Ладно, что Лиза, ты? Можно я Лиза буду? Можно. Хорошо. Лиза можно называть, не называй меня. А как ты хочешь тебя этим? Лиза, я сказал, что ты меня называешь. Ладно, Лиза, Оля. Давай, Лиза, не Лиза, надо Оля. Меня называть Оля. Хорошо, Оля, Лиза. Оля, Лиза. Вместе. Понял. Все, вот мы так и общаемся. Хватит, хватит дрючать. У меня судороги уже начались. Вот. О! У Леши начались судороги, смотрите. Кажется, ему приходят слова песни «Два крыла». Ой, нежный взгляд окутал вновь. Это джаз. Дышу тобою. Да-да-да-да. А дальше? Мы с тобою. Леша подключился к Игоря Гутмана. Мы как два крыла. Замечательно. Замечательно. Леша пока что не такой, скажем так, он пока что не настолько раскачан, да. Ну, энергетически. Но у него скоро все получится. Вот это поворот! А давай сменим локацию. Давай ты меня поставишь в угол. Давай! Да. Леша опять исполняет свои грязные фантазии. А-а-а. Пожалуйста, давай. Иди в угол. Вон угол. Замечательно. Я нашел тебе замечательный, да? Угол. Красный угол для Алексея Малинова. Да, какой ты хочешь? Красный угол, я знаю, что такое красный угол. Слава богу. Да, красный угол, там стоят иконы. Да. Давай, пошли сюда. Поэтому тебе точно не туда. А куда ты хочешь? Ну, точно не в красный угол, но это не красный. Ладно, видите, это не красный. Видите, он белый. Ну, сюда же можно встать? Да. Да, давай встанем. Я думаю... Что? Ну что, я думаю? Я думаю, у тебя классный кокошник. Расскажи, как ты его сделала, кто тебе сделал его? Мне его пока... подарили. Нифига, кто тебе подарил? Мне подарили, да, на Новый год. Нифига себе. Я забыл, что мне на Новый год подарили. Ты все время ноешь, что тебе... А, Леша, да. Опять ты залипаешь в телефоне. Да, блин, что это... Что же у тебя за телефон такой, интересно? Да, такой телефон есть только у меня и у Владимира Путина, между прочим. Ага. Да. А ты не оскорбляешь Владимира Путина тем, что ты говоришь, что у него вот такой телефон? Нет, ну это же мега роскошный телефон, здесь используется шифрование, всякие специальные каналы есть, видите, он открывается, там закрывается. Там порт. Что? Порт. Я не знаю, что такое. Порт. ИК-порт. Инфракрасный порт. Да, а Bluetooth есть? Я думаю, Bluetooth есть. Я думаю, это какой-нибудь Russian Bluetooth. Русский Bluetooth? Русский Bluetooth. Только такой и... У Владимира Путина, да, да, есть такой телефон. А как ты узнал, что у Владимира Путина есть такой телефон? Ну, я не знаю, потому что, видишь, он позолоченный, он пуленепробиваемый, вот можно его так вот носить в кармане. Чтобы сердце защитить, да? Да. Ну, хорошо. О, это же АСМР. АСМР? АСМР, да. Да, давай, сыграй. Я не могу, у меня ногтей нет, давай ты сыграешь.
какой звук потрясающий. О, боже мой, кажется, это бит для песни «Два крыла». Что с ней? Это гениально, Леша. Да? Блин, надо было записать. Да. О, боже мой, да. Что же у нас дальше-то, Леша? У тебя был такой телефон? Никогда не было. Почему у тебя никогда не было? У меня никогда такого телефона не было, но он так классно выглядит. Я такой, а, алло, алло. Да. Слушай, ну давай, раз у нас такая тема, и раз мы смогли набить бит и сочинить песню, я думаю, надо взять лист бумаги. Ребята, мы сейчас возьмем лист бумаги. И мы снова попробуем написать пару каких-то ласковых слов. Мы уже только что писали, Леша. А мы еще напишем? Мы две хотя бы. Мы два слова как-нибудь напишем. Два. Просто два. Ребята, вот у нас есть записульки. Записывай вокалист для песни «Два крыла». Давай, я готов. Да. Это бэк-вокалы будут. Давай. Да. А то видно, что у тебя в носу. Я любитель комплимент. А там нету? Так, мы это запикаем. Ты хотел сказать муку. Мука. Да. Гречка. Ну, гречка, мука. Что это? А записывай его. Да, я записываю, вот. У меня просто красивые ноздри, почему нет? Нос? Нос, у меня красивый нос. У тебя офигенный нос, он похож на Анджелину Анду. На Анджелину Джоли, да. Ну ладно. Окей, все, я готов. Давай, нос похож на Анджелину Джоли телефон. Ну, может быть. Записывай бэк-вокалы. Да, что такое бэк-вокалы? Это твое задание будет, Леша. Я пишу. Не надо петь. Пиши. Это бэк-вокалы для нашей песни. О, боже мой, какая точная запись. Это просто гениальная ручка, у вас именно лапы. Ты сможешь это спеть? Конечно, я. Да. Нормас. Я неплохо это сделал. Вообще. Ты мне пятерку поставил? Хорошо, я тебе пять ставлю. Давай, давай, ты поставь мне пять. Господи, она мне пять. С плюсом. Она мне пять поставила. Это правда. Такая точная запись. Обалдеть. Ну что, ну что? Что у нас там? Да. Кажется, ты хотел мне что-то показать, да? Очередной раз. Я, как обычно, могу только одно показать. Даже после меня не спрашивать, что именно. Да я даже вот. И не собиралась, честно говоря. Да, так что... А ты была когда-нибудь в цирке? Ты знаешь, я была в цирке. О, я была в цирке на прошлом сезоне нашего шоу. Да, ребята, это есть просто наш цирк. Тут два клоуна и все. Там ходили в цирк. Да. Значит, смотрели на медведей, на, значит, на собак. Медведи, собаки, кошки, да. Что еще там было, Леша? Слушай, я не помню, там, в общем, были медведи и собаки. А почему ты это спрашиваешь? Может быть, ты хочешь показать мне цирк прямо здесь? Да. Ребята, кто-нибудь из вас умеет жонглировать? Я, если честно, никогда не пробовал. Я думаю, сейчас настал тот самый момент, когда нужно попробовать. Я думаю, что настал момент. Да? Покажи. Давай это сделаем. Да, что нам для этого нужно сделать? Я думаю, нам нужно взять два листа, может, больше возьмем. Ребята, вы, кстати, знаете то, что сейчас бумага стоит очень дорого, но мы накопили денег, чтобы просто взять чистые листы и отгадать, что с ними сделать. Давай. Давай. Ребята, мы просто вот так мы делаем. Это один шарик. Вот еще лист бумаги. Это второй. Это настоящий шарик, конечно. Да? Откуда я возьму, а? У нас спонсора нету. Все есть. Нашего шоу. Да, все, давай я покажу, как мы. Вот это поворот. Сейчас. Молодец. Ой, сори. О, это вот. Еще одна попытка. Идеально, Леша. Сейчас будет еще, подожди, стой. А ты специально так делаешь? Нет, слушай, давай еще раз попробую. О, я нашел паутину, кстати. Не паутина, это, скорее всего, волос какой-то ведьмы. Ну, на твой не похоже. Это какой-то блондин. Там какие-то еще волосы. О, я в окно выкинул. О, господи. Я выпил с той воды. Поехали. Давай. Ну,
аплодирую. У меня рука занята, но я аплодирую. Грудную клетку. О, хорошо. Давай ты попробуешь. Фиг ли ну, я не тут знаю, ставил. Ну, давай. Не получится. Ну, не знаю, попробуй. Отлично. Куда, что, зачем? Я поняла, почему? Это просто у меня другая амплитуда жонглирования. Смотрите. Да, давай. Смотрите. Ну. Это я так жонглирую. Просто бросаю на пол, а потом поднимаю и снова бросаю. Это такое. Отлично. Вот это поворот. Гоп. Гоп, гоп. Оп. Вот это да, вот это Лиза дает нам. Опа. Мастер-класс. Оп, оп. Оп, оп. Оп. Оп! Что она вытворяет? Знаешь, есть такая песня? Поклонись. Да, ну поклонись. Да, поклонись. Знаешь, есть такая песня у Верки Сердючки «Гоп-гоп-педагог». Гоп-педагог. А кто там? Там, по-моему, педагог какой-то. Там не педагог. Ребят, пишите в комментах, как там на самом деле текст песни. Так, ну что, Алексей? Да, ну... Время да. Спрашивать домашнее задание? Нет, давай сначала сочиним немного песни, а то мы опять... Ты уже устала сегодня сочинять, песни слишком много это используем. А что? Мы уже сегодня делали много. Да? Да. Ребята, если я, вы считаете... Я устала от кармического воздействия, поэтому... Что я с ней? Я действительно, это же очень сильно истощает все эти припадки. Поэтому я думаю, что нам надо перейти к проверке домашнего задания, если у тебя там новое домашнее задание. Да. Ребята, на прошлых съемках Лиза задала мне домашнее задание, и сейчас она будет меня спрашивать. И задавай, спрашивай. Так, значит, мне нужна подсказка. Давай. Потому что, вообще-то, ты должен был мне сразу начать отвечать. Блин, нет, так нечестно. Ты должна спрашивать, а я должен отвечать. Ну, у нас там был определенный список еще. Да. Так. Давай, Лизенька. Сейчас Лиза будет меня мучить. Но я учил, на самом деле. Я способный чинить. Так, что такое бридж в песне? Так, бридж это, бридж, короче... Бридж в песне, да. Что такое в песне? Да, бридж... Бридж в песне. Мы тут не видим. Ладно. Так, бридж, во-первых, это мост. Мост, который соединяет две части песни. От начальной части до какой-то там взаимосвязанной. И причем он восьмибитный. Нет. В смысле? Не восьмибитный. Восьмитактовый. Ну, восьмитактовый. Да, отлично. Ну, я ответил. Ну, ладно, да, хорошо. Да, отлично. Так, давай. Ставлю плюсик. Ура! Что такое мош? Мош это, короче, танец группы людей на рэп-фестивалях или рок-фестивалях. Ну, это, короче, движение людей. Молодец. Ну, ура! А как он происходит, ты не знаешь? Как он начинается? Леша, а твое глобальное домашнее задание будет научиться танцевать мош. Отлично. А с кем я буду танцевать? Там а хотя там бы один, несколько там человек. Там один. Может, ты можешь один танцевать. Да? Да. Прямо здесь, в студии? Нас потом выгонят. Да. Нет. Нет? Ну ладно. А что такое слэм? Слэм – это одно из направлений вот этого танца. То есть это когда уже люди начинают танцевать. А как они танцуют конкретно? Ну, я так понимаю, что они как-то объединяются в небольшие группы и начинают просто толкаться. Молодец. Ого! Господи, боже мой. Ну, как танцуют мост, тебе надо узнать более конкретно. Ну, хорошо, ладно. Что такое рофлить? Рофлить – это типа… Есть такое понятие, сленг интернета, лол, типа когда ты смеешься над кем-то. А рофлить — это более ярко выраженная такая эмоция. То есть это максимальный лол, это лол в пятой какой-то там степени. Хорошо. Господи, давай похлопай мне. Ура! Пять с минусом. Почему с минусом? С минусом за мош. За мош? Это восьмибитный. Ну тогда вот так пальчиками можешь. Пальчиком. Вот, не ладошками, пальчиком. Так, да, давай мне домашнее задание. Следующее домашнее задание. Значит, да. Во-первых, дай. Узнать. На, возьми эту мега роскошную, дорогую камеру, а я буду писать. А на чем мы писать? Мы же все наши листы просто взяли и поняли. Да. Да. Ну вот мы взяли шарик, вот так вот его выпрямили и начинаем снова писать. Давай, я готов. Что такое... Что такое... Мошпит Сёркл. Чего? Мошпит Сёркл. Мошпит Сёркл. Сёркл. Ага, есть. Вот. Что такое Хаги-Ваги? Хаги-Ваги. Ну ладно. Что такое Киси-Миси? Что? Еще скоро будет Писи-Писи. Как это пишется? Подожди. Я когда это записывала, я знала, что скорее всего это такое.
Тиси-миси. Тиси. А я писи написал, блин, тиси. Ладно, тиси-миси. Что такое мем? Мем? Ну, мем я знаю. Хорошо, ну ладно, стоп, я... стоп. Да, давай. С каким предлогом да. используется слово «орать» по отношению к мему? Что? Записывай, записывай. Да, еще раз скажи, пожалуйста. С каким предлогом? Так, с... Какие... Это отдельно понял. С каким предлогом? Используется слово «орать». Используется слово «орать». Так. По отношению к слову «мем». По... отношению слова мем. Все. К слову только. К слову мем. Хорошо. Все? Что такое гигачад? Господи, откуда ты их вытаскиваешь, эти слова? Что такое? В молодости. Понял. Гига. Гигачад. Гигачад, да. Угу, понял. У нас такое готическое шоу, ребята. Угу. Да. Вот, значит, да. И какие-то были еще вот на протяжении сегодняшнего урока. Мы сегодня еще, я забыла, что там было. Что-то там было про... Блин, это очень жаль. Надо было записывать сразу. Да, я молчу. Ладно, тогда тебе... 7 пунктов. Уйдет тебе на следующее тогда. Понял. Вот, ребята, у нас есть 7 пунктов. Вот. Да, но я думаю, что тебе этого на следующей неделе, до следующей недели хватит. Да, ребята, у нас еженедельный, ежемесячный, еженедельный видеоблог, блог из студии музыкальной. Да. Школа вокала планета! Да! Ну что, наше время подходит к концу. Наш режиссер там стоит, показывает нам, чтобы говорит, мы все. Убирались отсюда. Потому что аренда уже все закончилась, и она стоит кучу денег, и мы сидим на дошираках для того, чтобы сэкономить немного денег, чтобы отснять это шоу. У тебя слишком хорошая кожа для доширак. Ты, видимо, на них действительно сидишь. Ну, то есть прям сидишь на них. Сидишь это как? Как, ну, на как мы сейчас с тобой сидим? Да, на бутылке. Ну, на бутылке, Леша, ты потом ладно. Присядешь, если захочешь, конечно. Да, если я не выполню домашнее задание. Да. Отлично. Все, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. Ребята, ну что, давай начнем. Ребята, начнем заканчивать это шоу. Вот. Где мы отсюда будем заканчивать, чтобы было видно потолок? Отсюда будем заканчивать, да. Да. У нас отличный ракурс. Ребята, спасибо, что вы были с нами. Оставляйте комменты, ставьте лайкосики, отжимайте, нажимайте колокольчики. И добро пожаловать в наше готическое шоу. До свидания. С вами была Лиза. Да пребудет с вами сила Дани Милохина.